Всем добрый день, кто смотрит это видео. Сейчас снимаю то, что у меня готово к продаже. А готова у меня пассифлора Дистафана Перу, посаженная в горшочек. Пока что посадки в горшочки не предвидится, я имею в виду пассифлоры. Готовятся на продажу пассифлоры этого вида, именно Дистафана Перу, только в стаканчиках. И будут разные варианты. Где-то с тремя росточками, где-то с одним росточком. Но на данный момент могу уверенно сказать, что готова к переезду. Вот такая красавица. Пассифлора Дистафана Перу, посаженная в горшочек. Так что, кто заинтересовался, пожалуйста, пишите. Пересадки она не потребует пару лет точно. Полив редкий, то есть ориентируйтесь по состоянию листьев. Растение нужно поливать очень аккуратно. То есть смотрите, что листья не такие, так скажем, не такой тургор, как сейчас, да, мощный. А грунт сухой, тогда поливаете. То есть если грунт просох, а листья еще пока что хороший тургор держит, еще ждем. Потому что это растение очень чувствительно к переувлажнению. Сразу же начнут подгнивать листья, корни. Все это будет внешне отражаться на состоянии листьев. Вы это увидите. Растение очень легко залить. Поэтому полив в горшочке очень осторожный. Ну, в принципе, как и в стаканчиках. Растет не быстро. Так что имейте в виду, что она там сразу у вас не попрет супер быстро, как это другие ее сородичи любят делать. Ну, тут все от сорта, от вида зависит. Но Дистафана Перу не быстро растет. Ну, по крайней мере, сколько она у меня живет, я ни разу у нее супер быстрого роста не наблюдала. Так, ну что? Кто заинтересовался, пишите. Растение готово к переезду. Все, друзья. Всем спасибо за просмотр. И до встречи на страницах моей группы. Пока-пока.